Так, остались одни уголечки у нас. Сейчас мы их разложим и пойдем. Водичкой польем такие. И вот тогда он точно попадет в больницу. Да. Потому что мы прилипли. Они у него прилипнут к стопам. Да. Я в интернете смотрела ролики, там реально бегают по ним. Да. Медленно идут, а прям бегут. Даже не быстрый шаг. Бам-бам-бам-бам-бам. Я сам. Если не пробежишь, ничего страшного не будет. Но я знаю, что ты пробежишь. Ну, я тебе сейчас, как мы всем так говорили, температура вот этих углей, несмотря на то, что они не очень горят, градусов 550 вот так. Да? Да. Не, ну они же там измеряли, что она ниже, чем температура плавления там, за секунду прикосновения. Ну, это от прикосновения стопы. Там внутри почти 500 градусов. Да. Что думать? Делов-то было. Так можно еще разочек побежать. Можно еще раз. На самом деле важно здесь было то, что ты там когда стоял. Ага, и последний раз, наверное, третий. Все. Хорошо прям. Давай, разувайся. Вот это было тут больше именно происходит. Все, уже пробежал.